На спокойниках, на чили, на расслабоне будет залетать. А так не будет. Кстати, это реальные факты. Если вот так катаешь именно. А когда надо, понял, там на видосе всегда, сука, через жопу все идет. Вот всегда. Ну там, я так понял, по рейтинговым очкам. Ну да. Ну там типа это постоянно сдвигается, типа. Чем дальше в рейтинговые, ну, чем дольше идет рейтинг, тем больше очков надо тебе держать и набивать. Очень прикол. Моментик. Респа стоит снайпа. Минуточку внимания. Рекламная пауза. Господа, если вы давно искали способ, как можно сэкономить на донате в нашей любимой колдушке, то смелостью могу вам рекомендовать свой телеграм-магазин, который называется Lumumba Shop. Там вы можете приобрести премиум боевой пропуск даже на аккаунте, где недоступен магазин с цепишками. Можете приобрести пропуск снабжения, что недельный, что месячный. Ну а что касается аккаунтов, где доступен магазин с цепишками, цены вас приятно удивят, поэтому залетаем. Ссылку на мой магазин можно будет найти в описании к этому видеоролику. Ну а сейчас возвращаемся к просмотру бомбического видоса. На респе стоит снайпа. По снайпой стоит респа. Зажимчик. Сюда. Сюда. Так. Понял. Дмитрий, все будет, братишка. 100%. Я же говорю, алкаш плохого не посоветует, брат. Как будто бы. Снайпер на респе. Это опять же тут балкон дебильный, да? Пушится, ладно, надо выходить. Видно, надо идти. Пройдется ли он? Пройдется ли он? Обходит с другой стороны. Да, крутит тип вообще. Хочет вонзить в нас свое холодное оружие, но мы этому не дадим. Дадим. Но это надо в натуре нужно жить в игре. Но по факту так и есть. По факту так и есть. Минус 2 и кто-то мне сбоку. Так же ж оно есть. Ну ты ж, как ты думал, никто? Так и это. Так киберспорт, когда люди играют. Это ж вообще там. Жизнь овертайм. Овертайм. Спине казался вообще непонятно. А, он сверху спрыгнул. Теперь понятно. Так, ладненько. Угу. Смоук гренейт. Здорово, брат, здорово. Посидел в туалете, так я застрял. Так, мне кажется, сейчас будет очень достойно этот каточка на крие. Есть такое наитие. Ну, пока не будем говорить, его пока не перепрыгнем, конечно, но все же. Так, первый пошел. Где этот перчаточник делся? Здесь где-то? Второй этаж? Самый верхний этаж? Хэза... Ух ты, су... Чуть не сломал копыта себе. Виртуальные. Вот тут это, короче, сборочка теперь работает точно. Походу регу начала давать, братики.
Или хладнокровие срабатывает. Или хладнокровие срабатывает. Хз, хз, хз. А ну типа тип Скайн, чем вообще респект уважуха, моя любимая ШВшка. Идешь обратно? Я знал. Я знал, что ты меня заберешь. С ДРАш. Это я тоже предугадал. Это я тоже предугадал. Походу пацанам все-таки сборочки быть, как говорится. Да ё-моё. Там тип, по-моему, сидит, нет? Или мне показалось? Ну, пикай, 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 пикай. Хорош. Я знал, что она выйдет. Да, вот этого я не знал, что она не зарегает меня. А вот этого я не знал, что она не зарегает. Хорош. Вот тут, мне кажется, мы взяли MVP, показали сборку во всем ключе. И как бы должно, по идее, быть. Нет, не взял MVP. Ну, тип хорошо. Но тройку должен попасть по-любому. А ну-ка, чек не попал троечку. Ну, вот это крик почувствовался сейчас. Как он работает, как он накивы нагибает. Да, второе место. Второе место. Так, братва. Показываю сборку. Рассказываю по фактам. А вы уже как хотите, так и думайте. Брать ее или либо не брать. А, внимательно. Внимательно. Крик 6. Сборочка от Ладосика. Первый модуль — это модуль ствол, который идет штурмовой ствол. Что он дает? Скорость полета пули плюс 30, дистанция поражения плюс 20. Нормально для сетевой игры, выше крыши. Ставил ускоренный ствол, ну, скорость пули на 50, да, типа ствол, который называется вот он. Удлиненный ствол. Ну, как будто бы вот этот лучше, потому что здесь не хватало дистанции, если хотите получить максимальную универсальную сборочку. Следующий модуль — это модуль лазера автонаведения. 20% к разбросу пули. То есть пули будут максимально лететь плотно, хорошо, великолепно. Поэтому ставим обязательно для того, чтобы помочь пушке сбривать. Идем дальше. Агентская рукоятка. Вертикалка, горизонталка. Дает контроль сумасшедший. Пушка максимально зажимает в точку, что возможно. А вы знаете, что крига шандарашит просто нереально. Поэтому это как будто бы must have. При этом по минусам скорость перемещения при прицеливании. Но этот показатель как будто бы здесь нормальный и так сработанный. Следующий модуль — это боезапас. 10 патронов плюсом. Увеличенный магазин для того, чтобы больше отстреляли врагов. Если вам не нравится непосредственно мушка на этой волыне, как мне, вы можете вместо этого магазина поставить коллиматор. Либо, если вам нужно больше патронов, вернуться обратно сюда. Но опять же, повторюсь, крик не такой скорострельный. В принципе, здесь патронов стандартных должно хватать там на пару-тройку человек при хорошем зажиме. Финальный модуль этой волыны — это устойчивая мотка рукоятки. Буст время прицеливания, то есть прицел максимально быстро залетает, ну типа даже не подумаешь, что это ШВшка. И рывок при попадании, а импанч здесь присутствует лютый, поэтому его нужно контролить, и этот модуль как будто бы must have. Вот, или must have, как правильно. Вот, ну короче, вы сами знаете. Короче, итоговое решение вот такое. Сборка вот такая, как она работает, вы видели непосредственно в катке. Вот такие дела. Берите на вооружение, если понравится.